Что значит он его убил, Пинхас? Тем, что он соединил себя с таким эгоистическим желанием, как Медьянка, и вступил с ней в связь, это значит, что без экрана начал приводить к появлению света хухма в оголенное, обнаженное желание без правильного намерения. Этим он себя, в принципе, убил. Понятно. Вот. Пинхас просто как бы зафиксировал это состояние, что далее это кли, оно непригодно. Его надо будет дополнительно каким-то образом в других кругооборотах исправлять. После гибели Зимри люди из колена Шимона упрекали колено Леви, говоря: «Мы не верим, что Пинхас – истинный ревнитель веры. Кроме всего прочего, со стороны матери он происходит от Итро, который откармливал телят для идолов. Отец Пинхас Эль-Азар женился на женщине, принадлежащей роду Итро». То есть, а здесь то же самое вроде бы. Вообще. Обычная драма такая, да? Обычные упреки. То есть, смотрите, он сумел жениться на дочери... Мы только что говорили с вами... А Моше сам на Ципоре. На дочери Итро? То есть, медианский жрец. Поэтому вы и сказали, что Моше и Пинхас, они действительно, они все идут на Итро. Это тот же образ. Только смотри, как на него смотреть. В какой ипостаси. То есть, Моше женился на дочери Итро, Ципоре. Итро – это те свойства, которые можно исправить. И поэтому он и указывает потом Моше, когда пришел к нему в стан, что ты должен разделить их так-то и так-то, и создать десятки, сотни, тысячи и так далее. Тогда ты их исправишь. Потому что он рассказывает практически о своей структуре. Итро. Да. Об эгоистической структуре. Об эгоистической структуре сынов Израиля, так называемых, что кроме Итро, что в них есть? Точка в сердце. Остальное – это Итро. Но что еще интересно, ведь Итро, он царь Медьян. Да. Ну, жрец, как бы, верховный Медьян. И здесь мы тоже имеем место с Медьянкой. Поэтому и вопрос, чем та Медьянка хуже, чем эта, на которой женился Моше? Ведь разница в чем? А в том, что еще исправить это нельзя. Вот это? Да. То есть, если бы это был Моше, то другое дело. Это можно было бы. А если это уровень вот этого земли, да, то это сделать нельзя.